Возможно, было очень мерзко. Ну, в смысле, что звук из колонок шел и в микрофон, и... Стремненько. Ну ладно, извините за такую оплошность. Постараюсь больше такого не делать, не забывать. Холодный кофеёк. Так, мы тут обещали разобраться с вот с этим персонажем. Сейчас присяду поудобнее. Давай, я готов. Я готов. Давай. Блин, я не совсем готов. Блин, я вообще ни разу, получается, не готов. Подожди. О, брат! Чё-то я, короче, зря в блоке стою. Ну да. Против тяжелого оружия в блоке стоять самое то. Естественно, конечно. Давай, бей. Все понятно со мной. Грибуня, ракуня. Все, побежали, Андин. Побежали, 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 побежали. Секретная дверь. Отличный был бы секрет, если бы в нем что-то было внутри. Да? Говорит, не открыть. Ну ладно. Не понял. Понял. Так, ну это обратная дорога, скорее всего. Или это обратная дорога? Какая-то из этих обратная дорога. Понятно. Ну, скорее всего. А может быть и нет. Ну все понятно. И здесь тоже. Ну здесь вот непонятно как бы. Теперь практически все встало на свои места. Практически. Все.
Да. Абсолютно. Наверное, заперто будет. Да. Волшебная комната, которая переворачивается. О, храмчик. Здорово, отличненько, сохранимся. Нет, все. Ой, паук из ниоткуда. Ой, оплошность, оплошность. Неаккуратный Зюперман. Хотел очень классно, красиво сделать пауку. Но не получилось. Теперь он песни поет. Наверное, сумасшедший. А кто ж его знает? А, не упади. Давай подерем. Ну вот и подрались. Говорю, подрались. Все, хватит. Блоки ставит тут. Так, ну чё? Ну чё? Тут парнишка стоит. Может быть его оттуда... Ага. Убрать его оттуда. Ну, только так, да. Пулькой в глаз. Ну поехали. Обожжух! Тра-та-та! Подожди. Я не смогу сделать. Ой-ой-ой, вот сейчас сфокусировался. Подожди. Я ниндзя. Оп. Электричество. Вот это пощечина. Вот это да. Вот это зарядил. Это, кстати, плохо, что я его не убил так-то. Я ведь заряд потратил. Ёпрсте. Паук, ты будешь падать? Так, там сбоку ниндзя. Спереду тоже ниндзя. Может, спереду ниндзю тогда? Ну, он лучник еще. Он бы мне только мешал. Подожди! Да блин! Что ж ты такой? Ядрить вы придумали! Вот и дерись сам теперь с ним! Ёпрасоте! Чё тебе надо? Уйди! Блин! Можно как-то поаккуратнее, Никита? Никита, соизвольте-ка. У нас как бы не так много хп, чтобы прям вот... Хе-хей! Мы драчуны! Хе-хей! А, ну да, самое время было вот под него прыгнуть. Типа, когда он бежит, о, кайф вообще, давай под него прям прыгнем. Он же, короче, на нас бежит. Давай, чтобы он не в стенку бежал, а прям в нас. Эти мувы просто, я не знаю, божественны. Воин тени. Здорово, Кифа. Насколько знаю, не очень.
Да, ну-ка прекращай магия в болоте. Бум! Но вообще они, кстати, вроде бы делали, чтобы нормально было на клавиатуре. Но и я сомневаюсь, что это будет удобно играть на клавиатуре. Я как-то привык уже в подобное на геймпаде проходить. Я не представляю просто на самом деле. Ой, извините. Блин, там ниндзя сверху агрится постоянно. Ядрить его заколбасило. А как мне наверх залезть к этому дядьке? С луком. И этим. Это я его так мило пирожочком обозвал. Вы не подумайте, я хороший стримлер. Я не ругаюсь. И не говорю похабные слова, да. Это я просто я говорю, что он пирожочек. С луком и яйцами. А ты что за мной прыгаешь? Глаза. О, подожди. Подожди, подожди. Отбой. Все, отменить миссию. Я ухожу. Мне пора. А где ниндзя? Эй, ниндзя! 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 Тебе обращался же! Глухой! Да, вот тут, конечно, когда много травки, лагать начинает. Сейчас на здоровяка сверху спрыгнем. Он же будет проходить под мостиком, мы ему в жбан тонфами такие. Бабыщ! Да там еще один ходит. Короче, много их ходит, и они все огненные, а я тигра не поменял на ледяного. А, я что, спалился, да? Слышь, ты его сюда не толкай хотя бы. Давай раз на раз, что ли. Ой, чуть сам не упал. Будешь прыгать за мной вот сюда? Внизу удобней. Внизу, говорю, удобней. Ядрить ты, падай. Блин, вы непослушный демон. Вот здесь вообще неудобно. Кто куда? А мы отсюда. Так, с тобой хотим быстро. Изи, только я горю. Ниндзя будут? Хачиндзюк-дяга! Какибунчин-нанджицы! Два раза. А, понял. Все. А, еще вот такие штуки. Все. Огненный не буду на тебя тратить. Смысл. Жёбаный демон. Злый день.
Злый день. Ну, я думаю, мы здесь не найдем зеленое оружие. Правда же? На таких мелких уровнях зеленку и не выдают, наверное. Вот это легендарное что-нибудь. Хотя вот челик. Целиком фиолетовый. Целиком фиолетовых можно побить. Плюс слава. Фига себе. Ясно, понятно. Короче, меня просто заставили весь уровень задом наперед пробежать. А, не, не весь. Вру. Вру. Я вруша. А ты думал? Прятаться думал, легко будет. Не, нифига. Я внимательный, как тресну из-за угла. Почем мало будет. Мне первый раз дали зеленое оружие за победу над последним боссом игры. А какой у тебя уровень на тот момент был? Просто, ну, мало ли, вдруг кто-то решит допу проходить. Ну, типа, сюжет пробежал, пошел допу проходить. Так, а, нет, ну, берем просто. Это обратно. 150. Короче, ищем мечки 150 уровня. Блин, паук, я не тебя искал. Я искал мечик 150 уровня. Иди сюда. Ну, замедление дурацкое. Чё, без замедления не можешь, что ли? Чё-то не хватило, подожди. А вдруг тут кто-то удачу прокачал на максимум? И такой хоп с зеленым оружием. Так, здесь у нас еще где-то можно упасть, вот. А куда это мы упадем, интересно? Ну это мы там были, да, если я сейчас упаду? А не, нифига. Нифига. Да ты угати. Вспомнил, куда мы упадем. Блин, все равно не понимаю, почему некоторые уровни прям так хорошо подлагивают. Прям вот хорошо подлагивают. Вот зимний подлагивал, и вот этот теперь подлагивает. Прям хорошо так.
Золотое? А я думал, типа, кто сказал? Что было? Кто-то за мной побежал и вниз свалил. Че? А, аркебузеры стоят, стреляют. Все ясно, понятно с вами. Отстаньте, дураки. Стреляйте дальше там. Да-да-да. Да-да-да, постреляйте. Да, еще постреляйте. Я не слышу ваших выстрелов. У-у-у! Пойду утихомирю их. Куда? Не двигайся! Так, а где у нас здесь дырка была? Где-то была. Какой-то из сторон, на той стороне. Или вот это вот. А, вот оно. Пацаны, я нашел. А? О! Можно еще? Мне понравилось. А золотое оружие, ты его хоть видел? Ну просто. Просто вот видел? Или только как бы там... Серьезно, вниз! Или просто знаешь, что оно существует? Так, ну а чё нам, в принципе... Сейчас пельмешку скушаем, да, есть. На стримах. Укита. Надо было вот в Укиту вступать. Созвучно с моим именем. По крайней мере. Так, либо убиваем босса, либо еще идем гуляем. Че делаем? Че делаем, пацаны? Убиваем босса или еще гуляем? Так, а я сейчас боюсь, что я на камушек спрыгну. Нет, нет, на краешек. О. Не, просто там же еще был кто-то. А вдруг тут еще... Ну ладно, окей, окей. Окей, давай, босс, выходи. И, вот такой босс. Что-то мне не верится, если честно. Есть подозрение, что еще где-то есть. Ой. Так.
Ну, вот какой-то такой вот босс. Ну, ладно, это дополнительное задание. Неудивительно, что здесь простенько все было. Кофеёк закончился. Жалко так. Еще одна Магатама! Тебе и правда удалось его найти! Спасибо огромное! Теперь пламя в горне станет еще жарче, чем прежде. Я смогу ковать для тебя великолепное оружие. Надо бы подготовить кузницу к этому жару. Думаю, к твоему следующему визиту все будет готово, так что не забудь заглянуть. А, окей, давай, чё там, чё там? Чё там? А ну. Магатама Кагацути. Способности кузнеца улучшены благодаря Магатаме. Типа, она теперь будет гарантированно фиолетовые вещи делать? Вроде ничего нового. Ну ладно. Да. Сейчас, подожди. Я должен посмотреть. Мне там понападало всякого. Итак, посмотрим тонфы. Нету тонфов. Итак. Ну блин! Замену сисям замену королю льву искать. Вот разве что сосю Садамуны. Ну это такое. Как бы сиси. Куда без них? Я же вам говорил, да? Вы помните. Поэтому оставим их. Ружье. Ружье чуть лучше, но наше фиолетовое. Плюс еще при попадании в яблочко 169 восстанавливает. А это не восстанавливает. Не, синий не хочу вообще даже менять. Тут тоже ерунда. Тоже ерунда. И тут ерунда. И здесь тоже ерунда. Обереги. Обереги я, пожалуй, оставлю. Как минимум фиолетовый. Надо накопить побольше фиолетовых оберегов, чтобы была возможность их менять. Периодически. Так, в чайный домик пошли, сдадим все. Или может разобрать. Ну блин, мне там дали бонус какой-то, я пойду еще пожертвую. Все предметы выделить, ага. Кроме вот этого. Че, два фиолетовых все? В смысле два. Все верно. Ну да. Так, go next. А че тут задание такое сложное? Из провинции Авари поступают сообщения о нападениях йокай на путников в районе Окэхадзамы. Не мог бы ты разобраться с этим? Говорят, йокай там целые орды. Так что будь осторожен. Конечно, нет. Но я уже случайно согласился. Я понял, что это за уровень. Это грустный уровень. Печальный.
Я левелапнуться забыл. Сейчас левелапнемся заодно. Так, здесь у нас красивая циферка есть. Надо магию поднимать до соточки. О, в смысле, до десяточки. Хотя бы. Так. Вот мне кажется, я катаны зря, конечно. Подожди, я там... Да нет, не ты. Да-да-да. Тихо. Ой. Вот, короче, вот здесь катана бы могла пригодиться. Подожди. Да, ну что ты делаешь? На. Пока пожуй вот это. Чё вот это за одно? Две штуки. Три. Всё, переживал. Электричество тебе. Ого. Я понял тебя. Я понял, я пожую сам пельмешку. Раз ты не хочешь. Ну давай-ка. Ну давай-ка. Опа, опа. Чики-чик. Ядрить, опять у тебя стамины полные штаны. Почему у меня столько стамины нету? Как вы так их быстро еще и восстанавливаете? Лук убрал. Вообще его фиг пробью. Ты чё? Ты чё, браточек, такой непробиваемый? Не, ну серьезно. Даже комбу не дает завершить. А если я сейчас сохранюсь, мне заново придется проходить? Да то, что не из легких, это я понял. Не зря там мечков очень много, да это... 89 уровень нарисован. Ой, бошки, дурацкие. Да нет. Не-не-не, ты чё? Ядрить ты вообще, Дмитрий Степаныч. Антуан Экзюпери. Ох ты ж, блин, подожди. Дай пока огоньком они... Упрыгивай! Молодец! Должно хватить.
А, ну да. Закусил. Чё, где, кто? Подожди, давай со скелетом. Ой, я думал, я успею, подожди. А почему не сбил им? А, потому что он в тяжелой броне, видимо, поэтому. Я-то думал, сейчас как собью ему. Удар. Ничего не оставил? А вроде ничего. Походим, посмотрим на мечки. Вряд ли что-то нам тут подойдет. То, что я хочу. Здорово, Тенсу Дз. И тебе, бобра. Бери, держи. На Гудгейме лежит. Ну, просто, ну, как, типа, там любят бобров. Чё тут? Галенваген, Галенваген. Подождите, это было больно. Ой, а у меня почему-то какие-то звездочки вокруг. Аура какая-то. Как я лихо? Почти. Почти лихо, окей. Next. Где next? Там чувак что-то объелся. Да не, 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 не. Он мне еще какую-то эмоцию показал. Ты посмотри на него, труп ходячий. Я тебе сейчас эти эмоции тоже буду показывать. Блин, у меня ж заряд был. Чё я... Ой, Никитка. Ой, тупенький. Ой, ужас. Ой, кошмар. А вы не могли бы, месье, попозже немного? Ого. Подождите, я упаду. Почему я не мог туда вперед пробежать? Потому что стамина кончилась, вот почему. Дуралей. Ой, все. А у меня в нижней стойке приема, по-моему, не изучены. Так. Чё-то конвейер, да? Надо нормально. Погнали нормально. Башка, иди сюда. Да не так близко! Ой, да ну вас вообще. А чё у меня? А откуда у меня ХП восстанавливается? Я на самом деле не против. Мне просто интересно, что за... Чё началось-то?
Что это такое? Как это называется? Ладно, потом посмотрю, что за пассивка. Но, однако же, это ерунда какая-то получается. Это вообще ерунда, мне не нравится. Да это не сложное задание, я... У меня вдруг внезапно, по-моему, руки с плеч ближе к талии переросли обратно на место, откуда изначально были. Видимо, пассивка, когда меньше 30%... Да ты офигел, что ли? Меньше 30% здоровья, здоровье восстанавливается, или типа того, как это было. Задание-то несложное. Слышь ты! Долго бегать будете за мной, ироды? Блин, ну хоть бы скелет догорел. Все, давай разбираться дальше. На чем мы остановились? Ох ты ж уворотливая скотина такая. На! Жри ток! Электрический! Я ниндзя, если ты не понял. По моему костюму, видно? Тонфы быстрее! Ну вот и все. Ну вот и все. А вы сложный, сложный. Легкое задание, просто кто-то краб. Просто кто-то баклажан. Что нам нападало? Утигатана Синджу. Вот надо либо изучить приемы к парным катанам, либо поменять на катану, на обычную, на одну. Название, конечно, это их, этих катан радует, но я ими не пользуюсь. Мне это печалит. Какая-то
крутая броня Каракава. Защита для рук, используемая лучниками. Левый наруч сделан из тяжелой брони, правая почти не дает защиты, но имеет очень малый вес. С тыльной стороны не покрыта тигровой шкурой, это тяжелая броня, по слухам, когда-то принадлежала Ачале, называемому в Японию именем Фудамё. Она была дарована Тайре Но Садамори императорским двором и с тех пор являлась одним из величайших сокровищ клана Тайра. Каракава означает «шкура тигра». После разгрома клана Тайра в битве при Дан-но-Ура эта броня бесследно исчезла. Но она не с этого, а обычная, да? Фигня, значит. Я рада, что ты цел и невредим. Да и жители Окэхадзамы смогут вздохнуть с облегчением. Говоришь, йокай были духами погибших самураев? А даже после смерти пытаются причинить другим вред. Не знаю, кто они были при жизни, но самураи вроде них все одинаковые, эгоистичные и не признающие авторитетов. Ты ведь не станешь таким, как они, правда? Естественно, нет. Как я могу? Наверное. Я не знаю. Я же еще не стал самураем. Не могу говорить с уверенностью. Я текст принес. Ладан йокай. А. Привлекает монстров йокай. Обычный ладан очищает воздух, но этот был получен из дерева настолько старого, что оно могло и само превратиться в йокай, поэтому имеет обратный эффект. Используйте его, чтобы привлечь йокай. То есть это если я захочу подраться с кем-то, беру такой ладан и такой хлоп. И молодец. Наверное. Мияги банаси ва ару но дару на. Вообще, тут нет, не смена клана. Нет, я верен своему клану. Хотя сейчас посмотрю другие бонусы, что-то мне мой не нравится. А, я еще свой брал. Надо его найти. Это. А это что? А? Не. Не. Я же из-за бонуса брал, который вот, который какой-то вот. Да чё, все, короче. Все? Не, неправильно. Все. Кроме ящичков оберегов. Этот, в принципе, пофиг. Да. О! Все. Ну, в принципе, чё, может, дневную награду. О, награду. Дневную. Не, все верно. Дневную особую награду получили, можно не вкидывать, наверное, да? Да тем более там денежки просто. Денежки вроде как и так пока хватает. Синий соганку туда. Так,
Чё, поехали последнее дополнительное? Ну тут прям, чё-то прям жёсткое какое-то задание. Я его боюсь. На 195 уровень! Броня зелененькая. Правда, написано небесный и ниже. То есть это может быть выпасть и вовсе и не зелененькая, а хуже. Опа, а тут кадам надо будет найти? Ну давай. Анзин, мой дед пишет, что его странствия закончились, и он возвращается домой. Но его до сих пор не видать. Он упомянул в письме, что у него разболелась спина, и поэтому он хочет отдохнуть в бане по пути сюда. А, вот та самая баня. Не мог бы ты убедиться, что он в порядке? По слухам, той бане нынче пользуется даже Йокай, поэтому я немного за него беспокоюсь. То есть, типа тут прям парилка. Но я уже принял. Вообще я хотел нажать кнопку и дождаться ответа Коли Манкульти, но что-то нажал. В стране вроде Японии, богатые вулканами, горячие источники, знакомые и любимые многими места. В общественной бане статус не имеет значения, здесь можно встретить крестьян, самураев, разбойников и даже известных военачальников, желающих подкрепить тело и дух. Легенды рассказывают о древних богах, охраняющих источники, и о монстрах Йокай, живущих в глубинах некоторых из них. Здорово, Мидас. Привет. Баня, баня. Баня. Ну, хоть уровень новый. Всегда можно ливнуть. Но мы не будем. Мы сильны духом и хотим попариться. Попариться. Эй, чувак, слазь оттуда, ты же упадешь. Я предупреждал. Я готов ко всему. Здравствуйте, мистер Голова. А, мистер Голова. У меня катаны нету, поэтому мы сейчас будем долго. Призрак шахт. Мистер Голова. Ай. Ой. Ядрить, он здоровый! Или он, они все такие. Я его замедлил и не смог увернуться. Он медленно бьет, а я такой. А я такой не смог его уничтожить. Сейчас, подождите, мне срочно нужно поменять жест. Нет, 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 поменять жест. Поменять жест на... Танец Кадама. Да. А здесь мы позу ниндзя вместо... Так. Так, а дразнить, громкий смех, это не здорово. Вот, брысь. Угу. Просто надо будет сейчас стене показывать что-нибудь. Я думаю, ей понравится танец Кадама. Правда же? Смотри, как умею. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, все. Брысь. Уходи, стена.
я понял. Ей не понравилось ни то, ни другое. Но не надо забывать, что я ниндзя! Ты в курсе? Смотри, тоже швыряется какой-то фигней. Это не серьезно! Жите несерьезно. Ты догоришь так? Может быть, останемся друзьями? Неужели тебе действительно не понравился мой танец Кадама? Не. Глупая стена, я же хотел как по-хорошему хотел. А ты оказалась глупой, стена. Кто-нибудь будет вылазить из бани? Блин, а это что, в каждой можно переночевать? Получить баф? Или нет? Или здесь будет какая-то хитрость? Но вообще это было бы странным, если бы в каждой из бань можно было посидеть. Это как-то по-читерски, что ли? Ну, ладно. А еще 4 кадамы здесь надо найти. Не забываем про это. Кстати, пожалуй, это будет сложнее, чем пройти этот уровень. Ну да, вообще логично, баня же все-таки. О, новые сиси! Новые сиси, которые лучше тех, что у меня есть. О! Теперь у меня крутые сиси. Но правда, обращаться ими я все равно не умею. Сиси есть, а толку нет. Вы что, спите? Вам там друг передал гранату. Не забывайте, что я ниндзя. Кажется, он подзабыл немножко. Бзик! Бзик! Ой! Не-не-не, это как-то не очень. Если эта фигня еще и ползать умеет, нифига себе. Нифига себе, чего себе. Ничего себе фига. Где там? Где-то был. А куда он делся? Он же тут ходил, гранаты кидал. Он вниз упал, что ли? Походу, да. Снизу потусуется, значит. Его проблема. Его проблемы не наши заботы. Правильно? Вот и все. Так, ну надо первый этаж оббежать, поглядеть, чё, кого здесь. Ты кто такой? Угу. Оп. Что там у нас? Улички. А это было страшно, на самом деле. Я, честно говоря, просто не понимаю, что это. Ой, ой, ой! Перепугал меня. Так, где-то Кадама. Слышу. Вижу. 4, да, здесь? Кто помнит? Первый пошел. Не спи.
замерзли. Приятного вам чаепития. Нет. Что-то другое говорят, когда... Что это шумит? Ну это внизу, наверное, да? Ну, пусть шумит, его проблема. Как мы уже сказали. Я пришел еще в баньке попариться. Да-да-да, подождите, я как спущусь, так мы с вами побеседуем. Не рычите на меня, не понять откуда. Пожалуйста. Делаем проще, ребят. Делаем проще. Чтобы мы с вами тут долго не задерживались. Благодарю вас, месье. Это я возьму. И это я все тоже возьму. Деревянная плитка И. Что это такое? Что за деревянная плитка И? 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 Это для задания? Буква Д. А, тут же не по буквенно. Ну, видимо, это для задания, потому что здесь я что-то не вижу ее. А, ну да, я так и подумал, что... Походу, для задания. Что, где, кто? А, привет. Привет, привет. Пока, пока. Пока. Ну, по кругу оббежали, пошли наверх. Вниз я никак не спрыгну. Но я хотел вот на эти балки упасть. А, вон там кадамка одна. Кто рычит? Это дед, что ли, этой кузнечихи? Кузнихи! Кто-то кого-то ест, я слышу. Я слышу, как кто-то плямкает. А! Капа! Капа, стой! Капа, остановись, ты нужна мне! Капа! Спасибо, Капа! Капа, самая здесь нужная. Ставь капу в чат, если тоже так считаешь. А, вот что оно. Понятно. Где-то тут дудец сидит. Мистер Дудец. Ну, это не мистер Дудец. Но тоже сойдет. Выходи. Давай только сюда поближе, а то шумит сильно там эта фигня. Она не дает сосредоточиться. Ой, подожди, в угол зашел.
чё ты не убираешься, черный круг? Я чё-то не понимаю? Или только в битве с боссами они убираются, эти круги? Ой, с боссами, с мобами. Дуделку убрал! Да ибо нефиг! Потому что громко играешь там на своей флейте на этой... со струнами. Флейта со струнами. Я не знаю, как она называется, флейта со струнами. Ну, начинается. Пошли они в баню. Напились, а теперь рыгают везде. Бессовестные. В баню ходить, чтобы пить. В баню надо ходить, чтобы париться вениками, метлами. Чем еще там парятся? Я не знаю. Я редко хожу в бане. Потому что не пью. Здоровый, Фаррер. Как твои дела? Ты все так же ненавидишь людей? Или все наладилось у тебя в жизни? Надеюсь, наладилось. Прекращай ненавидеть людей. Потому что я тоже человек. И мне будет обидно, если ты меня будешь ненавидеть. Ну ладно, не обидно, а грустно. Да, вот, грустно будет. Ну это как-то стрёмно, когда тебя ненавидят, по-моему. А еще, ненависть порождает ненависть. Поэтому не нужно никого ненавидеть. Нужно пытаться понять и простить. Сходить в баню, например. Ну я понял. Заходи, расслабляйся. Мы тут в бане. О, у кого-то олень. Давайте призовем оленя. Ядрить ты резкий олень. Ёпрусы ты. Это моя фишка. Кидаться бомбочками. Я тебя понял. Здравствуй, Вася. Блин, прикольно. Ветер — это классно. Короче, под ветром ты нифига сделать не можешь. Но тонфы круче, чувак. И хотя это ж... Встреться я с ним, ну, именно как в PvP, я думаю, он бы меня... размотал на изичке. Сунеат, а, это ботинки такие. Ну и вот они, две катаны и дзуми но ками канесады. Они хуже моих сисей, поэтому я не буду их менять. Взаимные симпатии. Это хорошо, это хорошо. Это радует. Монононфу безымянный. У тебя стрёмная одежда, я не буду с тобой сражаться. Стол не могу сломать. Куда это такое? Что это за ниндзя, который стол не может ломать? О, вот так вот. Все крушить. Отлично. Чувствую себя доминатором. Привет, Ксипи. Fashion Souls во всей красе. Так это ж классно. Всегда мечтал. Я пошел переводить, что нам Ксипи написал. А еще мне на перегрибчик надо. Вы меня извините, конечно, но, видимо, я кофе отпился и хочу ходить на перегрибчик каждый час. Так, как гласит народная мудрость? Народная японская мудрость. Народная же? Или просто... А, японская пословица, да. Итак, как же, что же она гласит? Коре о ёмеба, гейму ва соре ходо кёми букай моно дева аримасен. Я перевод... Ну,
Если вы прочтете, эта игра не такая интересная. Нет, она очень даже интересная. Если бы она была неинтересной, я бы не играл в нее, потому что, ну, как бы ее никто не заказывал, я чисто по своему желанию играю. Но, а мое любопытство не может оставить просто так то, что ты написал. А, это вниз спуск? Не. Тут кто-то у вас что-то все поломал. Какой-то изверг. Изверг. Попа ломал. А, Чибрик, выскакивай. Чё ты там долго будешь висеть? Давай, помочь. Взял, шандарахнулся туда. Дурали. Ну ладно. Баньки-банечки. Жижа, ты что такая резкая? Вот я не буду с тобой разговаривать. Ты плохая жижа. Я тебе сказал, ты плохая жижа. Сейчас ты сгоришь. Да, потому что нельзя так делать. Нападать из-под тишка прямо из бани. А если бы я сел покупаться? Ёпарус это. Вот так вот сядешь помыться, а тебе внутрь жижа какая-нибудь залезет. Вы же видели, как он садится? Помыться. Присядешь такой, и все. Всосало. Внутрь. Так, там, значит, мини-боссик сейчас будет. Давайте-ка перегрипчик устроим. Да? Потому что, ну как бы надо. Надо. Потому что без перегриба я долго не протяну. Я уже начал покачиваться, а это признак того, что пора бы кое-куда отойти. Кое-куда, кстати, звучит как японское слово, если произносить с акцентом. Типа, кое-куда! Кое-куда! А, кстати, ниндзя тут бегают, тоже же кричат постоянно. Кое-куда! Сцена из Охотника за привидениями. Любопытство не порог, а источник знаний. На горе сидит сурок, дует в рог бараний. Спасибо, Ксипи. Спасибо. Так, чё послушаем? Чё послушаем, чё послушаем? Сейчас мы игру потише сделаем. Запись остановим ещё.